И снова здравствуйте, всем привет! В начале ролика хочу показать вам новый канал Алиса Ю. Пока здесь 13 подписчиков, пока 2 ролика, но эти 2 ролика очень стоящие. Рекомендую всем поглядеть, как сделать реалистичное сало. Но это бомбовская тема. И все доходчиво, все понятно объяснено. Так что посмотрите, подписывайтесь, начинайте общаться. Немножко я тут приболел, а пока болел, посмотрел именно суперкоманда мультфильм. Рекомендую, прикольный, отдыхающий. Типажи тут классные. Вот. Посмотрите, вдруг кому-то понравится. И пока болел, потихоньку сделал я, значит, вот этот игральный стол для футбола. Сейчас я вам покажу. Здесь ролик вы сами уже посмотрите тогда. Итак, получился у меня вот такой стол. Ну, конечно, не в точности, как в мультфильме. Чуть-чуть я тут внес свои, как упрощения, так сказать. Вот, вот эту часть вот можно, если кому-то не понравится, можно удалить и что-то свое тут добавить. Ссылка на вот эту модель будет в описании. Вы можете сделать именно анимацию, как в мультфильме. Здесь присутствуют игроки. Вот они. Пока тут все отвязано, я не буду привязывать, чтобы вы сами немножко тут поэкспериментировали, как это принцип работает. Да? Сначала выбираем через Shift левая кнопка мыши персонажей, потом через Shift шток, жмем Ctrl-J, сочетание клавиш, все это дело привязываем, и можно все это дело уже начинать ворочить. Так, немножко у меня тут, я не выравнивал вот эти все, ну, как, ручки, да? N-панель, давайте посмотрим, по какой оси это все дело крутится. Так, у меня по оси Y, вот, все нормально вроде, шток сильно так не извивается. Закрываем, значит, ось X и ось Z, чтобы она нам не мешала, и мы могли просто через клавишу R все это дело крутить. Так, N-панель закрываем. Здесь присутствуют, значит, мячи. Любой мяч можно использовать, можно переделать, опять же, добавить реалистичный футбольный мяч. Как сделать, ссылка будет в описании. Так, смотрим, как это дело тут можно прописывать. Можно, конечно, добавлять кости и делать анимацию уже костями. Ну вот, самый простой вариант, это вот просто вертеть, крутить. Допустим, есть у нас вот этот шток R. Перекручиваем, выравниваем. Так, теперь таймлайн выдвигаем. На первом кадре прописываем, допустим, A и локрот. Или хотя бы вот выбираем просто шток. И локация или локрот. Локрот лучше. Так, мяч теперь прописываем. И локрот. На 10-м кадре крутим наших персонажей. Это клавиша R. Вот так. Мяч подгадываем под какого-нибудь нашего персонажа. Потом на первом кадре можно его перепрописать. Ну, где-то вот здесь вот так ставим. Прописываем, значит, и локрот. И вот этим нашим персонажем тоже и локрот. Смотрим, как это все дело работает. Почему-то первый кадр у меня не прописался. Так. Давайте Shift-D дублируем на первый кадр. Ну а на 20-м кадре немножко все это дело покрутим. Значит, перекрутку делаем. Вот так. Пишем и локрот. Потом на 30-м кадре делаем R перекрутку.
И делаем удар по мячу. Значит, R. Вот так. И вот этот. Так, сначала прописываем. И лок-рот. Смотрим, что получилось. Вот наши персонажи крутятся. И значит, на 30-м кадре давайте мяч тоже пропишем. Это значит, мы его выводим вперед и по ногам чуть-чуть вот так вот приподнимаем. Так, выравниваем. Пишем и лок-рот. Смотрим, чтобы он не шевелился. А чтобы он не шевелился, нам нужно 10-й кадр Shift-D прописать поближе к 30-му. Вот так. Вот, удар пошел. Наши персонажи на 35-м, на 36-м кадре делаются чуть вот кверху. Вот так. Прописываем, значит, и лок-рот. А этот мяч уже G должен улететь, ну, допустим, в ворота вот сюда. Так. Пишем и лок-рот. Смотрим, что происходит. Ну вот, идет удар, значит, мяч отлетает. Можно добавить еще перекрутку вот этим персонажем. Вот так, где-то. И лок-рот. А мяч ударяется, значит, и падает. G. Вот сюда. Ну или в ворота, да? Так, G, пусть он улетит в бок, такой рикошетом, в стенку. Так, и лок-рот. И потом, значит, он падает. G. Ну и там сделать отскоки, какие-то там движухи мячу. Смотрим, что получилось. Так, ставим 50 кадров. Также персонажам можно вставить кости, создать команду, сделать отдельный стадион именно без вот этого, без вот этой игры. И будет это выглядеть где-то вот так. Итак, вот у нас есть персонажи, и давайте попробуем их перекрасить. Заходим, значит, в шейдинги, находим управление цветом нот, это значит color, по-моему, higher surface, так, вот этот, по-моему. Так, смотрим. Что у нас тут получается? Ну вот мы можем менять цвет персонажей. Правда, они меняются полностью. Вот зеленых можно делать. Вот можно просто серых делать каких-нибудь. Ну вот кожа, да. Если сделать отдельно, отделить голову, то можно цвет другой поставить. Вот такая штукенция. О, могут желтые играть против. Так, это кто у нас тут такие? Так. Так, color.
Так, а этих сделаем вот таким вот цветом. Вот уже другая команда. Так, что еще тут есть? Здесь можно, значит, отмечать голы. Можно сделать рамку, которая будет стоять где-то сбоку, допустим, на которой цифры будут переворачиваться. Потом можно все это дело также перекрасить. Здесь именно материалы есть. Так вот, здесь вот можно материал менять, допустим, на красный, на синий. Вот это внутренняя зона. Уже другой вроде бы стол получается. Так, добавлять какие-то свои детали, что-то можете удалить, переделать, возможно, колеса, чтобы там двигались. Также здесь вот ручки поотделить, чтобы по отдельности они работали. Как это все дело происходит, заходим в Edit Mode, выбираем какую-нибудь вершину полигон, L английская, выделяем и жмем P, жмем Selected. Вот у нас отдельная получилась теперь ручка, которую мы отдельно можем тоже анимировать. Вот, она будет теперь одна ходить. Так, мечи тут отдельные. Кстати, с двух сторон зеркалка. Так, что тут еще получается? Так, здесь у меня почему-то ненужные ручки. Вот, вот теперь все нормально. Ну вот такая штука. Вот с такой анимацией. Все, всем пока, до свидания.